день нашего самого большого праздника особо торжественна Красная площадь. В четком строю участники военного парада. Трудящихся нашей страны и гостей столицы, воинов Советской армии поздравил с праздником Великого Октября член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко. Начинается прохождение войск московского гарнизона. Идут слушатели военных академий, каждая из которых является школой высокообразованных командных кадров. Как сказал в приветственной речи министр обороны СССР Гречко, коммунистическая партия и советское правительство, настойчиво осуществляя ленинскую политику мира и международного сотрудничества, уделяют неослабное внимание укреплению обороны страны, дальнейшему совершенствованию армии и флота. Военный парад на Красной площади показал, что вооруженные силы СССР располагают первоклассной боевой техникой и вооружением, представляют собой могучий боевой коллектив, тесно сплоченный вокруг Ленинской партии. Советские воины вместе с армиями братских стран будут и впредь надежно защищать великие завоевания социализма, бдительно стоять на страже мира и безопасности народов.